сегодня в программе. Руслан Авлеев променял баскетбол на неспортивное единоборство. Елена Швайбович переходит в разряд зрителей и вспоминает прошлое. ЦСКА становится единоличным лидером в группе А Евролиги после победы в Литве. Всем привет! В эфире самая беспристрастная программа о баскетболе «Щит и мяч», которую не рекомендуется смотреть людям, подверженным мании преследования. С вами, как всегда, Дмитрий Гороненко. Не везет в последнее время Казани. Сначала покушение на президента Уникса Щербакова, затем уголовное преследование тренера Евгения Коваленко, потом светлая полоса, матч звезд и приглашение на пост наставника амбициозного Станислава Еремина. Эх, следовало все-таки в межсезонье Руслану Авлееву уехать в какой-то европейский клуб. До конца третьего матча Уникса в Кубке Саппорта с Бешикташем оставалось 5 минут. Вполне достаточно для классной команды, чтобы удержать победу, когда ты ведешь в счете 4 очка. Мяч получил лидер казанцев Руслан Авлеев и бесстрашно ринулся к счету туров. 4 руки, как минимум, взметнулись вверх, дабы помешать неотвратимому. Когда Руслан мысленно готовился пробивать штрафные, ты увидел перед собой безапелляционный жест югославского арбитра Йовчича, усмотревшего у форварда пробежку. Реакция Авлеева была не менее стремительна. Сначала в рефери полетел мяч, затем, не получив сатисфакции, он от души махнул злодею в челюсть с левой и уже по-лежачему, со всей необузданной дури, ударил ногой. Турки вместе со своим лидером-белорусом Егором Мещеряковым в течение 40 минут отказывались продолжать игру. Когда же она возобновилась, обескураженные казанцы без сопротивления сдались оставшемуся невредимым польскому судье Шпилевски 60-65. Что дальше? Дальше ФИБА дисквалифицирует Авлеева на 2 года и рекомендует быть последовательно жесткой и Российской Федерации. Авлеев изгоняется из Уникса, просит прощения у всего мира и надеется на смягчение приговора, оплачивая при этом баснословный штраф. Кстати, Йовчич, чудом оставшийся в живых, отказывается давать делу судебный ход, как бы беря часть вины на себя. Нам же остается следить за развитием событий. Вслед за Сергеем Пановым вне игры остается еще один кандидат в сборную. Высоко сижу.